для вас. Ну хоть одна. А то у нас любят это самое. Поэтому целыми толпами. Я не могу столько не ходить. Я всегда продаю до обратно домой. Я тут стал украдить. Какие меры на данный момент принимаются в Ивангороде, что открыто, куда, что люди могут посещать, что нельзя посещать? Можете прокомментировать? Ну, постановление правительства Ленинградской области вышло в пятницу о том, что есть рекомендации о закрытии кладбищ, которые не примыкают к городу Санкт-Петербургу. Все районы, прилегающие к Санкт-Петербургу, наложен запрет на посещение. По Ивангороду мной было принято решение о закрытии посещения кладбища, о запрете посещения до момента, скажем так, пока пик заражение не пройдет в Ленинградской области и ситуация вновь не нормализуется. Поэтому на сегодняшний день все городские кладбища закрыты для посещения, за исключением процесса погребения умерших. Провести захоронение на кладбище, куда обращаться людям? Так же, как и было, в администрацию. Человек пишет заявление и организуется весь процесс для проведения этого ритуала. И православные праздники, и Пасха, будущее. Какие ограничения для людей будут ли? Конечно, мы со своей стороны рекомендуем людям все-таки, особенно пожилого возраста, избегать подобные массовые мероприятия, все-таки оставаться дома. И патриарх Кирилл тоже обратился к верующим, что молиться можно и дома, находясь в своей квартире. По линии епархии, ну, церкви на сегодняшний день не закрыты, и там, насколько мы видим, проводятся также мероприятия. Штрафов или каких-то ограничений на посещение церкви нету? Не будут ли наказаны люди от администрации или полиции, все-таки, которые придут в церковь? Ну, пока на сегодняшний день мы ведем разъяснительную работу. На сегодняшний день внесены изменения в административный кодекс Российской Федерации, где предусмотрены также штрафы как для юридических лиц, нарушивших нормативы по работе, да, это касается и торговых точек, которые не подпадают под указ президента, но продолжают работать, так и касается проведения массовых мероприятий. Поэтому пока идет разъяснительная работа, но если ситуация будет усугубляться, то я думаю, что мы начнем и уже применять административное воздействие.